Да, только с 5 метров она хорошо выглядит, потому что бампера теперь у нас нету, нужен новый. Фары тоже, вон, дырки посмотрите какие. Здесь на скотче все держится. Колесо теперь стачивает крыло, потому что крыло просело. Вот эта прекрасная карбоновая штука тоже отвалилась, она держится на двух болтах и на металлической пластине. Дверь теперь упирается в крыло и не открывается. Заднего крыла нету. Здесь оторвано. Здесь дыра сквозная. Здесь сквозная щель. Ну, а здесь все более-менее цивильно, хотя удар на самом деле сюда пришелся. Бедная машина.